Мурдега. Независимость. год. 16-й год. Шува. Замораживание японского капитала за границей, запрет на поставку нефти и территориально-экономическая блокада со стороны Америки, Англии, Китая и Голландии вынудили Японию объявить войну. 1942 год. 17-й год. Шува. 1 марта. 0 часов. Индонезия. Остров Ява. 17805. Sudah lama saya menunggu kedatangan Tuan. Ke Jawa. Di Jawa ini ada legenda bahwa Она говорит, что ждала вас. Akan mengalahkan orang-orang kulit. То есть, у них есть легенда, что желтый человек придет с запада и освободит их от белых захватчиков. Она говорит, что это вы, лейтенант Шимазаки. Kedatangan Tuhan di Jawa ini
ada legenda bahwa dari timur akan datang bangsa kulit kuning. Скажи им. Мы все азиаты. Эта война направлена против западного империализма. Вы и японцы, братья, мы пришли для того, чтобы освободить вас от голландцев, и не только. Высадка прошла успешно. Наши потери минимальны. Враг отступал в крепость Бандон. Но вчера, получив танковые подкрепления, перешел в контратаку. Нашим войскам удалось их сдержать. Мы нанесли противнику большие потери. Из штаба доложили, что крепость Бандон окружена и идет подготовка к штурму. Значит, скоро будет решающая битва. Да, но крепость Бандон — это центр противника. Она хорошо защищена. Крепости голландские, английские, американские войска численностью 50 тысяч. У нас 25 тысяч. Если будет битва, мы понесем большие потери. Я хочу, чтобы ты пробрался в крепость и предложил бы им сдаться без боя. Что? Враг несет большие потери и проигрывает битву за битвой. Если надавить, они сдадутся. Ты справишься. Я попробую. Молодец. Так мы сможем сохранить очень многие жизни. Я, Шимазаки, отправляюсь на задание в крепость Бандон. Я выполню задание любой ценой. Нет гарантий, что мы вернемся живыми. Я понимаю. Мы же идем прямо к ним в штаб. Это очень серьезное дело. Не боишься? Конечно, боюсь. Но я же иду вместе с Желтым Спасителем. Да и крепость, я знаю, как свои пять пальцев. Я вам очень пригожусь. Прошло 25 лет, как я приехал сюда. Ява, моя вторая родина. Местные жители хорошо меня приняли. Я работал мелким продавцом и жил с ними в мире. И к согласии, что не скажешь про голландцев, местным жителям даже не разрешено говорить с ними. Кто это? Стой, стой! Осторожно, там японцы. Куда вы направляетесь так поздно? У нас груз для начальства. Штабной. Осторожно, вокруг японские солдаты. Я знаю. Будьте осторожны.
командный пункт Бандон. Стой! Я лейтенант японских наземных войск Шимазаки. У меня задание передать послание для вашего начальника. Открыть дорогу. Лейтенант японских наземных войск Шимазаки пришел на встречу с начальником крепости. Лейтенант японских наземных войск Шимазаки пришел на встречу с начальником крепости. Где он? Лейтенант японских пехотных войск Шимазаки пришел на встречу с начальником крепости. У вас есть доказательства, откуда мы знаем, что ты японский солдат, что ты представитель вашего штаба? Придется поверить этому мечу. Меч — мое доказательство. Что вас сюда привело? Я пришел с предложением о сдаче крепости. Я пришел, чтобы рекомендовать вам сдать крепость. Что? Сдаться? Не делай из нас идиотов. Я прикончу тебя прямо здесь. Наша 10-тысячная армия готова к штурму и ждет приказа. Если я не вернусь, она пойдет на штурм при поддержке авиации. Мы настроены весьма решительно. Мы перебьем всех защитников этой крепости. Ну что, убейте меня. Начальник крепости спит. Ну так разбудите. Вы можете подождать, пока он приведет себя в порядок? В этом нет необходимости. Пусть выходит так. Главнокомандующий наземных войск Западно-Индийского региона генерал Тарпултан. Докладываю генералу. Вам предлагается сдать крепость без боя. До падения Бандон остался 1 час. Отвечайте немедленно. Генерал Тарпултан, принять решение об отступлении порой тоже важно, дабы спасти жизнь солдат. Жизнь человеческая бесценна. В вашем подчинении несколько десятков тысяч солдат. Разве сохранение их жизни не ваш долг? Ты прав, но такое решение я не могу принять в одиночку. Я должен посоветоваться с генералом Чалда, с властями, которые выше меня. Вы могли бы подождать немного, пока я проконсультируюсь? Хорошо. Пойдем. Идем. Невероятно. Вот это да.
1942 год, 17 год, Шула, 9 марта. Безоговорочная капитуляция Союзных сил Восточной Индии. Сообщаем всем жителям. План по освобождению Бирмы и Малайзии закончился победой японских войск. Вы тоже должны понять смысл этой священной войны и помочь, чем возможно, японским войскам. Нам сейчас не до этого. Да и какая разница? Просто вместо Голландии будет Япония. За объединение Азии. Япония и Азия едины. Азия одна. За объединение Азии. Смирно. Ты давай дели честно между всеми. Спасибо, спасибо, начальник. Держи, держи. Благодарю вас, сэр. Прошу выслушать послание центрального командования. Так точно. Политика 16-й армии противоречит интересам командования. Политика на острове должна быть жестко репрессивной. Я считаю, что моя политика наиболее верна в данный момент. Неужели начальная цель освобождения превратилась в уничтожение? В силу изменения военной обстановки, я считаю, что цели тоже могут меняться. Должны меняться цели. Каким образом изменилась военная обстановка? Победа была легкая. Так теперь надо эксплуатировать местных жителей для наилучшего обеспечения непосредственно японской армии. После оккупации прошло всего полтора месяца. Судить обстановку за такие короткие сроки ошибочно. Нужно, чтобы прошло полгода или год, чтобы определить правильную политику относительно местных жителей. В Сингапуре военная машина Японии работает на все 100. А остров Ява превратился в страну отдыха. Я командир. Определяю политику центрального командования как неправильную. Но в то же самое время я подчиняюсь приказам вышестоящего командования. Ясно? Если то, что вы сказали, будет звучать как приказ, мне придется ему подчиниться. Если же мы не сможем совместить эти два обстоятельства, я буду просить о своей отставке. Спасибо вам за визит. Но пока ситуация будет на острове неизменна, моя политика тоже будет неизменной. Что ж, ну как, сдаешься? Пока нет. Ты такой же упертый. Не до такой степени, как вы.
Когда-то мы были обычными солдатами. Давненько же это было. Было, да. Полгода. Больше. Я не смогу тянуть. Вам надо будет за этот срок показать серьезные результаты. Будь осторожен. А то тебя выкинут. Вы тоже. Командный центр 16-й армии. Значит так, командование одобрило твою идею. Идею формирования отряда из местной молодежи. Тебе поручено возглавить его. Были сомнения относительно надобности такого отряда. Ведь индонезийцы были долгое время под властью голландцев и потеряли как веру в себя, так и желание к переменам. Но мне удалось убедить руководство, что они будут весьма полезны в качестве разведчиков и шпионов. Благодарю вас. Назовем его «Юношеский отряд». Идет? Отличная идея. Вот и сбылась твоя мечта, Шимазаки. Так точно. Я научу их всему, что знаю сам. ...1943 год. Внимание! Вы были отобраны из многих юношей, желавших попасть в юношеский отряд. Мы, японцы, боремся за освобождение Азии. Вы 300 лет были в рабстве у голландцев и во многом отстали. Я хочу, чтобы вы как можно скорее обучились тому, что мы знаем, и собственными руками освободили свою родину. Освободите нашу Азию и свою родину. Слушайте внимательно все, что вам будут говорить. Точно выполняйте приказы. Познакомьтесь с вашими наставниками. Лейтенант Мияте обучит вас японскому языку, истории Индонезии. Он расскажет вам о ситуации в нашем нелегком мире. Это очень важно, помните. Старший офицер Тукамото, военная строевая подготовка, он научит вас воевать. Приготовились? Не забывайте о важности строевой подготовки. Ну что, давай, давай, смелей. Надо биться, пока можешь стоять. Ну что вы там? Биться надо насмерть. Давай, давай. Ну что? Бейтесь насмерть, Санпай Мати. Также офицер Куракава научит вас обращаться со стрелковым оружием. Вот тут, пожалуйста, поаккуратнее. Внимательно, внимательно. Давайте, давайте. В ружье. Марш. По английско-голландскому соглашению Англии отходит северная часть Малайского архипелага. Голландии, южная территория с островом островов Сулла. Назвали ее голландской колонией Восточной Индии. Кто-нибудь может объяснить появление Голландии в этом регионе? Никто не может? Голландия с помощью силы захватывала разрозненные исламские страны, также и остров Ява.
также и остров Ява. Она контролировала ситуацию в регионе с помощью военной мощи. Асеп, ты из царского рода. Ты, наверное, обучался в местной голландской школе. Я рад, что в нашем юношеском отряде есть такие, как ты. Есть. Победа Японии в русско-японской войне вдохновила меня. Мы многому должны учиться у вас и сражаться вместе. Ты знаешь Ваян Кури? Да. Знаю. Я был бы рад, если бы вы посмотрели Ваян моего отца. Смирно. Эй! Где честь? Честь? Вот это! Ты забыл, что надо отдавать честь старшему по званию. Что он сказал? Он говорит, что у него отдых. Вот это... Лейтенант Шимазаки, мы нашли его. Нурхади. Я все слышал. Так вот, вчера мы были неправы. И это моя вина, как ответственно за юношеский отряд. Этого не повторится. Возвращайся в отряд. Я не вернусь в отряд, в котором такие командиры. Ты курсант юношеского отряда. Ты не вправе принимать такие решения самостоятельно. Я не подчиняюсь приказам японцев. Отпусти. Что ты делаешь? Я тебе не разрешаю. Ты думаешь, так сможешь победить Голландию? Давай. Иди на меня. Давай. Только
Японцы не принесут вам независимость. Вы сами должны ее добиться. И юношеский отряд нужен для этого. Япония не стала колонией, потому что народ сплотился как никогда. Ты понял, что я сказал? Народ сплотился как никогда. Вот почему Япония не была порабощена. Но ты вставай. Если хочешь быть рабом, дело твое. Независимость, мордега, вот наш девиз. Помни об этом. Такие слабаки нам не нужны. Он говорит, что хватит. Он говорит, что хватит. Нет, так не пойдет. Он говорит, вы же ни при чем. Я сам виноват. Ответственность за подчиненного несет командир. В любом случае. Не сдавайся. Держись. С заходом солнца нас простят. Санпай Бати. Биться до последнего. Есть. Командир. Она говорит, что тоже хочу в юношеский отряд, могу быть медсестрой. Женщина не может быть в юношеском отряде. Тебе не обязательно записываться в юношеский отряд, ты можешь по-другому помочь. Помочь своей стране. Тут главная вера в идею. Ты должна полностью отдавать себя своему делу. Придет и твое время. Yeah!
Я почему-то вспомнил небо над Ивате. Кем бы мы были, если бы не было войны? Я в любом случае был бы военным. А я, наверное, учителем живописи. Или еще чего. Но не знаю. Но ты даешь. А почему нет? Сидя у замка Кузуката, юное сердце тянется к небу. Это Хакубоку? Я помню еще со школы, когда я смотрю на небо, у меня появляется надежда и вера. Как будто это небо мне дает. Да, так оно и есть. А моя мечта — это освобождение Азии. Мы живем под одним небом. Мы сражаемся между собой по расовым признакам. И при этом забываем, что мы все люди, что бы там ни было, кроме этого. Дочь я назвала, как ты просил, Фумико. В твоей комнате я ничего не трогала, и она ждет тебя в таком же виде, что и прежде. Мы же сами хотели поднять их самосознание, чтобы они приняли участие в борьбе за независимость. А теперь вы говорите распустить юношеский отряд, но это приказ командования. Я не могу подчиниться. Мы же так много им обещали. Неужели мы откажемся от своих слов? Неужели мы сможем так с ними поступить? Да что же это тогда будет? Нет, мы уже активно используем местное население в сражениях. Но мы должны подчиняться приказам. Мы сделали главное. Дали им цель. И это важно. Поддержка местного населения нужна для блага Японии, а вовсе не ради их какой-то там независимости. Я не сдамся. Я буду верить в Мурдыга. Независимость. Мы будем стараться. Санпай Бати, биться до последнего. Открывай. Сэр, открывай. Бар Ямато. Иди сюда, крошка. Сэр. Да ты... Прекратите. Что? Ты что, из юношеского отряда? Так точно. Вот как. Ты ничтожество. Ах ты гнида. Прекратите. Ну хватит. Отстань. Иди сюда. Перестаньте. Он идет навестить больного отца. Молчать. Дай сюда девчонку.
Ну что тебе, мало? Какая к черту независимость? Я сейчас тебя проучу как следует. Братик мой. Ты еще кто такой? Вы должны извиниться. Вы их тут слишком разбаловали. Ответственность за юношеский отряд лежит на вас. Мы признаем свои ошибки, но, как вы знаете, у местных жителей все устроено по-своему. Вера, образ жизни, обряды. Пока мы их перевоспитаем, это нам не удастся. Если тут будут бои, они нам будут только мешать. Ява — наша колония, и независимость нам здесь не нужна. Зарубите себе это на носу раз и навсегда. Мы так не договаривались. Интересы Японии в первую очередь, первостепенно. Будет лучше распустить юношеский отряд. Распустить? Я этого не позволю. Что за тон? Жители Явы верили в нас. Мы не можем их предать. Что это за разговоры? Я не соглашусь. Молчать. В июне прошлого года в Медвейском сражении Япония потеряла основную часть флота. Смерть командира флота и разгром на острове Ац сделали военную обстановку все сложнее и сложнее. Япония продолжала отступать под натиском американских войск. Предводитель Народной партии Индонезии Сукаруно призывал народ к борьбе за независимость. Его слова: «Без независимости не быть свободы». Я сделала все, что от меня зависело. Я уже всей больнице сказала, что пора всем собраться и начать бороться за независимость самостоятельно. Но только мы не знаем, что надо делать. А враг уже близко. Так что же нам делать? Как вы не понимаете, это все касается острова Ява. И зачем я вам все это говорю? Вы же все равно не понимаете меня. Нет, кое-что я все-таки понял. Правда? Ну и как? Что? Твои глаза. Они говорят мне об очень многом. Сейчас на фронте происходит переломный момент. Нельзя только смотреть, как другие борются за нашу свободу. Помните об этом. Юноши, сражайтесь вместе с японскими войсками. Все в бой. Мы добьемся своими силами независимости и защитим свою родину. Мы будем бороться. Записывайтесь в добровольный оборонительный отряд Явы.
Будем бороться. Все в бой. Все в бой. 1943 год. 18 год. Шува. 20 октября. Сформирован добровольный оборонительный отряд Явы. Оружие к бою. Смирно. Добровольный оборонительный отряд. По группам. Шагом. Марш. Вперед. Внимание, равняйсь. Вольно. Да благословит тебя новая Индонезия. Восходящее солнце, приносящее удачу японским воинам и светящее в глаза врагу японского народа. Да пребудет его благодать и благость с вами. Не робейте, бойцы. Япония проиграла. Надо избежать паники. Да. Я не знаю, что с нами будет. Я займусь координацией действий со штабом. А тебе передаю командование третьим батальоном. Шимадзаки. Но у меня есть солдаты ПЕТА. Это уже не наша забота. Командование само займется их распуском, распуском добровольческих отрядов. Но как же? Наверное, пришло их время. Время самим решаться на борьбу без нашей поддержки. Шимадзаки. Они еще слишком слабы. Да. И им нужен ты. Но ты не должен забывать, что у тебя есть подчиненные, японские подчиненные. Ты японец, не забывай это. Такео. Наверное, исхудал, бедняжка. Декларация. Индонезийский народ объявляет о своей независимости. Передача власти народу должна произойти быстро и точно. Джакарта, царский год, 2605, август 17 числа. Представитель народа Сукарно-Хатта. Мордега, Мордега, независимость. Теперь мы независимы. Голландцы обязательно вернутся, но народ даст им отпор.
Мы будем биться, как вы нас учили, биться за независимость. Но мы еще многого не знаем. Нам нужен хороший предводитель, и это вы, сэр. Япония сдалась союзным войскам. Пета распущена. Мы будем сражаться, как воины Индонезии. Командир, мы хотим, чтобы вы воевали с нами. Почему вы молчите? Скоро придут союзные войска. Будет битва. Будет серьезный бой. Скажите что-нибудь. Я знаю. Тогда почему вы не хотите нам помочь? Сэр, вы своими руками создали в этой стране армию. Если сюда придут голландцы, вас казнят как военного преступника. С этим вы согласны? Я еще нахожусь под японским командованием. У меня есть мои подчиненные. Я не могу сам принимать решения. Ах, вот как. Вы нас разочаровали. Да, у нас есть просьба. Какая? Нам нужно оружие. Лучше отдайте его нам, чем союзным войскам. Я не могу этого сделать. Что ж, нам сражаться голыми руками? Без оружия нам не видать победы. Неужели вы нам не поможете, сэр? Дайте нам ключ от оружейной. Нет, я не могу. Ах так? Тогда мы все возьмем сами. За мной. Нуради, стой. Что? Я понимаю тебя. Нам всем нелегко. Но мы же не варвары. Ты разве забыл, чему нас учили? Молчи. Сейчас идет битва. Битва за наше будущее. Будущее Индонезии. Варвары не смогут добиться независимости. Добейтесь независимости сами. Разве не так нас учили? Ты что, забыл? Юношеский отряд дал нам многое. Я верю в нашу свободу. И я буду сражаться даже голыми руками. Что бы там ни было, нельзя забывать, что у нас есть честь, Нуради. Пойдемте. Все курсанты покинули здание. Мы говорили им, сражайтесь до последнего. Разве мы сможем их бросить теперь? 1945 год, 20-й год Шува, сентябрь. Началось серьезное наступление английских и голландских войск. Может, тебе открыть здесь парикмахерскую? А почему бы и нет? Было бы тут вдоволь риса. Интересно, а как сейчас в Японии? Ее, говорят, бомбили? Ничего, даже если все разбомбили, мы все отстроим заново. А мы сможем вернуться в Японию?
Я вам, честно говоря, завидую. Я не чистокровный японец и не индонезиец. И я еще не знаю Японию. Японские войска сражаются с местными. Подавлять революционный настрой в обществе. Таков приказ союзных сил. Мне доложил это отряд Эндо. Мы сражаемся с теми, кого воспитывали. Боюсь, к нам тоже поступит такой же приказ. Хочешь сказать, что мы тоже должны идти против них? Боюсь, что самое суровое у нас еще впереди. Разве мы не можем им помочь? Нет. Шимазаки, ты не прав. Им нельзя протягивать руку помощи. Что? Они должны сражаться сами и проливать свою кровь. Только тогда их независимость обретет смысл. Это не значит, что мы их кидаем. Мы просто должны не вмешиваться. Шимазаки, ты не должен забывать, что ты японский солдат, и твой долг вернуть своих подчиненных живыми на родину. Значит, мы должны их бросить и вернуться в Японию. Мы пришли за оружием. Пожалуйста, отдайте по-хорошему. Мы несем потери. У нас море раненых и мертвых. Среди нас и среди отряда Пета. Прикажи им, чтобы дали оружие. Прикажи. Пусть дадут оружие. Ты думаешь, я поддамся угрозам? Вы же сами нас учили. Для борьбы нужна воля и оружие. Мы же столько тренировались. Но в самый главный момент вы не хотите дать оружие и даже помогать нам. Больше вы не сможете нас обмануть. Мы не поддадимся. Заберите оружие. Кто будет сопротивляться, убейте. Отдайте приказ. Ну! Отдайте приказ. Что нам делать? Что делать, сэр? Может, дать им оружие? Цельс! Стрелять. Не надо. Забирайте. Я буду отвечать за все. Простите меня. Ну, ради. Ты должен понять, что чувствовал Шимазаки. Я должен вернуться и восстановить свою страну. Но ты должен знать, я мысленно всегда буду с вами. Что бы там ни было, я
с вами. Санпай Мати. Но не умирай зря. Понапрасну. Вы, вопреки соглашению о капитуляции, дали индонезийской армии оружие. Не так ли? Я знаю, что вы говорите на английском, лейтенант Шимазаки. Говорят, вы стали знаменитостью, прям-таки героем в Бандоне. Где находятся партизаны? Командир. Командир. Пойдем. Тревога. Быстрее, быстрее. Скорее в машину. Ни с места, ни двигаться. Скорее, скорее. Thank you.
Сэр, держитесь. Давайте, давайте. Быстрее. Ну уже. Уходим, уходи, уходи, скорее. Санпай Мати. Порто, порто. Быстрее уходим. Порто. 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 Сэр, порто. Порто, где мой брат? Братец Порто. Где мой брат? Порто. Порто. Все из-за меня. Нет. Все из-за меня. Нет. Они не зря приняли смерть. А чувствуют все одинаково. Верно. Что поделать? Я буду с вами до конца. Я решил так еще, когда услышал о легенде острова. Мы будем сражаться вместе. И обретем независимость. Мурдега, независимость. Свобода или смерть. Независимость, свобода или смерть. Ты повинен в убийстве и пытках многих голландских военнопленных. Тому есть свидетели. Оправдания мне не нужны. Тебе не выкрутиться.
Ты дал Шимазаки уйти. Пришло письмо от папы. Слушай внимательно, Фумико. Санае, Фумико, надеюсь, с вами все в порядке. Хоть Япония и проиграла войну, я по-прежнему выполняю свой долг вдалеке от родины. Фумико, ты же не слушаешь. Говорят, скоро нас отправят домой. Среди нас есть те, кто хочет остаться и сражаться за независимость Индонезии. Но я хочу только обратно. Слышишь, скоро папа приедет. Пусть будет по-вашему. Я, как японец, должен отвечать за весь ужас, сделанный моими собратьями. Но если я виновен в том, что был военным, то вы, голландцы, мучившие эту страну, Индонезию в течение 3 столетий, разве вы не преступники? Стой! Направо! Оружие к бою! Цельс! Огонь! Да поможет им Бог в обретении свободы! Матушка,
Я не нахожу слов для оправдания. Я живу, готовым умереть в любую секунду. Но моя жизнь однажды принадлежала моей родине. И теперь прошу думать обо мне, как о мертвом. Хоть проливаю я кровь за чужую свободу. Это мое призвание. Прошу великодушно простить меня. Даже если я последний японский солдат, сражающийся до сих пор, я все равно буду продолжать свой путь вместе с борцами за независимость. Я с радостью готов отдать жизнь за их свободу. Даже если я последний японский солдат, сражающийся до сих пор, я все равно буду продолжать свой путь вместе с борцами за независимость. Я с радостью готов отдать жизнь за их свободу. Вперед! Санпай Мати! Надо отступать. В бою тоже важно уметь вовремя отступить. Это приказ. Ты можешь двигаться? Постараюсь. Отходим. Держитесь. Спасибо. Если смерть, то только вместе. Такео, ты очнулся? Где я? Мы в штабе повстанцев. Как твое самочувствие? Все в порядке. Вроде ничего особо не болит. У тебя была малярия. Ты все это время спал. Не представляешь, целых 3 дня напролет. 3 дня.
Я рада, что ты пошел на поправку. Как остальные? Все ждали твоего выздоровления. Я пойду позову их. Сейчас, сейчас. Отдать честь лейтенанту Шимазаки. Равняйсь. Эх вы. Нельзя бросать подчиненных, сэр. Мы вас искали. Значит, биться до последнего, так? Наш отряд, пожелав нам удачи, отчалил в Японию. Вот как. Значит, Мияката, наверное, уже дома. В чем дело? Эту фотографию прислал мне сын. Он сказал, что для него он как брат. Фумико. Это папа. Папа. Он говорил, что скоро будет дома, но не прошло и 10 дней, как пришло известие о его казни. Вот оно что. А мой сын не собирается возвращаться в Японию. Говорит, что будет сражаться за независимость Индонезии. Значит, вы... Да. Скорее всего, мы больше не увидимся. Он хочет, чтобы его похоронили там, в Индонезии. Он сражался за Японию. А теперь за Индонезию. Какой доблестный поступок.
Сарамасян! Сарамасян! Еще, еще! Ну-ка. Я уже забыл вкус японского риса. Ничего. Скоро вспомним. Командир, вы прямо как под венец идете. Япония и Индонезия соединились. Браво, браво. Индонезия, ура! Индонезия, банзай! Япония, ура! Япония, банзай! Надо читать то, что написано на этих стенах, и идти вверх. Это учение Будды. Даже если ты не буддист, у тебя успокоится сердце и захочется помолиться. О чем? Я? Я молюсь о свободе и за будущее Индонезии. Я тоже. И еще. О том, чтобы наше с тобой счастье длилось вечно. Я тоже на это надеюсь. Пока мы не освободим столицу, Джакарту, нашей свободе не бывать. Красный цвет флага — это цвет пролитой нами крови. Я клянусь тебе, Маяката, честью японца, что буду сражаться за независимость Индонезии. Поднять флаги.
1949 год, 24 год Шува, столица Джакарта. Кавамура. Индонезия. Банзай. Куда, куда? А, нет. Харусая.
き風吹き月影落ちて鈴虫故郷の空ああ我が父母理解です Нет, нет, не двигайся. Он умер. Нет, нельзя. Мы должны сражаться здесь. Мы должны бороться за человеческие жизни тут, здесь наш фронт. Помнишь то горе, когда потеряла брата? Огонь! В атаку! Вперед! Офицер. Офицер. Санпай Бати. Стреляйте, стреляйте. Огонь!
Спасибо вам, командир. Я рад, что мог вместе с вами сражаться. Свобода или смерть. Да здравствует независимость. Асеп. Санпай Мати. Близок день Мурдега, независимости. Спасибо, командир. Молодцы. Это ваша победа. Когда вы сказали «добейтесь независимости своими руками», я не мог в это поверить. Я думал, что это невозможно. Ради этой цели погибло много друзей и японцев, и индонезийцев. Индонезия. Банзай. Я остался один. Совсем один. Ночное небо Явы всегда такое красивое. Очень красивое. Сегодня оно красивое, как никогда.
Мне кажется, что души павших в сражении превратились в звезды и молятся за свободу на небе. Такео, только не умирай. У нас же еще все впереди. В наших руках вся свободная Индонезия. Не оставляй меня. Такео. 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 Мы победили. Хоть Япония и проиграла, но ты победил. 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 Такео. 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 Ты победил, Такео. 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 Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Takeo. Кладбище героев-освободителей Карибата, Джакарта.
Они не вернулись в Японию. Более 2000 японцев сражались вместе с нами за нашу независимость. Половина из них погибла в бою. Этот меч вашего отца. Простите, с этим мечом я получил его дух военного бойца. Он умер нелегкой смертью, но его душа всегда со мной. Мы боролись вместе. И его последние слова: «Да поможет им Бог в обретении свободы». Он сражался вместе с нами и всегда был нашей опорой для нас. Большая честь, что прах вашего отца покоится здесь. Отдать честь. Души умерших поднимаются на небо и оттуда показывают нам верный путь, который мы должны избрать, превратившись в звезды. И сегодня вы наверняка встретитесь с вашим отцом Итакео. Звезда свободы. Неизвестные солдаты, павшие за свободу Индонезии. Родина никогда вас не забудет.